месте мадам Полли. Бейзер, привет. ДСК-93, приветствую. Всем большой-пребольшой привет. Не знаю, как меня слышно, хорошо или плохо. Надеюсь, что хорошо. Друзья, извиняюсь за то, что вчера не смог выйти в эфир. По одной простой причине. Связь на поляне очень плохая, усталость была очень сильная. И последние дни, конечно, в проекте, честно скажу, ритм сумасшедший. Вот. Едем на шоу. Дальше что? Грусть 3.9, привет, привет Пятигорску. Привет. Как мне на один? Да никак. Привет, привет, привет. О, всем здрасте. Что вчерашний эфир? Даня Сахнов также едет на другой машине. Что собираешься делать на проекте, не знаю пока. Без Бородова, без вас. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Галина. Юля Морозова, привет. Что скажешь насчет того, что Милен написал на один? Пусть общаются. Как дела? Нормально. Кто со мной едет? Со мной едет Колян, Катя. И еще там. Вот такие вот люди. Вот он. Вот такая вот у нас большая команда. Guten Tag. Guten. Покажи Савкину. А Савкин не со мной едет. Уходи. Да? Покажи Савкину. Вот она. Савкина здесь на месте. Крутышка, красотка. Никуда не ушли. Никуда не ушли. Все, не дождетесь. Никуда не уйдет. Как обстановка по карантину? Очень тяжело без выходных, очень тяжело без того, чтобы погулять в парке, выдохнуть. Какие планы на ближайшее будущее? Друзья, честно, не знаю, скучаю или нет, не скучаю. Почему с Надин не получилось? Да я и не скажу, что я с Надин когда был. Мне просто было интересно узнать, что за человек. Что за девушка, чем живет, чем дышит, показался очень интересный. Анастасия Бу, предатель. Вы же обоснуете, в чем предательство. Иди к Милене, не хочу. Что так редко у Савкина показывает, не знаю. Максимова. Отвечу, наверное. Вы просто Милене напишите, чтобы не звала меня за периметр, и чтобы мы с ней пробовали, если вы считаете меня козлом, ладно? Куда едете? Заметил тебя, судя на 05. Нашел, конечно же, нашел. Хочешь прийти, пока не расположен. Привет Коляну из Самары. Колян, тебе привет из Самары. Самаре привет от Коляны. Вот. Самаре привет. Как давно видел ребенка? Давно. Привет, Леха. Алена подписает в прямом эфире. Ну, может, плохо ловят? Сережка, привет. Наш ты хлопунчик. Похорошел? Ну, да, мне стало легче, конечно. Я живу в ладу с собой. Но режим, честно говоря, очень тяжелый. Вот, друзья, много вопросов пропустил. Пошла грузить вечерний эфир. Там с вами есть нарезки. Спасибо, Галя, ждем. Алене, привет, привет. Саратову тоже привет. Колян крутой, согласен. Привет из Уфы. Приезжаю в Красноярск. А знаете, а я с удовольствием съездил в Красноярск. Хотел там машину себе купить, но оказался она немножко там подбитой. Так быстро любовь прошла. Ну, определенный момент отвернули, да. Где моя маска? Нет маски. Всем или придем, идем в прямой эфир? Да. Машке большой привет! Ой, привет Краснодару! Мы еще увидимся с вами в Краснодаре, в вашем каком-то тюнинг-холле, ролл-холле, каком-то таком здании, где проходят интересные конференции. Я там был и побуду еще раз, так что увидимся там. Так, все, да, ну.
Так, опять я многое пропустил. Оренбург, привет. Таня любит Даню. Возможно. Смотрел ли я истории Милены? Нет, я не смотрю, я от нее отписан, потому что там про меня, конечно, одни гадости. Но я до сих пор не понимаю, коли я такой плохой человек и такой негодяй и все остальное, зачем возвращать со мной отношения? И зачем люди, которые опять же оскорбляют и пишут, почему они не напишут Милене, что не надо возвращаться и не надо писать про любовь и пытаться что-то склеить? Да, мне очень навязывает мнение, будут ли возвращать Милену. Нет. Я вам четко объясню, что я не могу быть с человеком, который не следует моим правилам, который меня не уважает, который не разделяет мои взгляды. Вот и все. Повезла, любишь козла, может быть так еще. Друзья, нашему эфиру осталось минут 5. Располнил ли я? Нет, мне кажется, что это ракурс. Галине были искренние чувства, конечно, полтора года, что думаете, я полтора года, что ли, мазохист, жить не по сердцу, приезжай к нам в Одессу, с удовольствием, с Ставрополь, огромный привет, покажи Должанского, конечно, вот он Колян, Колян и его невеста, вот он, молоденький, хорошенький, свеженький, но мы еще поорем, да, в пятницу, Коль? Вот. Обязательно. Поорем. Привет Грозному. Забыли Милену? Нет, я забыл. Я ее помню, если вы про это. Пишет, чтобы другие ко мне не приходили. Ну, это их выбор. По гороскопу я рыба. Привет, Екатеринбург. Леш, ты классный. Спасибо. Почему не пошел за Миленой? Ну, я же уже миллион раз на это отвечал. Потому что я в этом не вижу смысла. В моих отношениях будет уважение меня. Все, и все будет по моим взглядам и правилам. Я это уже миллион раз говорил. Коля на пенсию. Нет, вы что, еще рано. Рано еще. Почему не удалишь актуальный? Да, я думаю, надо сегодня-завтра уже закрыть актуальный. Новороссийск, привет. Привет, Лобня. Был, кстати, Лобня. Какую последнюю книгу ты прочел? Так, последняя книга. Это «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. И сейчас будем читать его 1984. Какие у меня правила? Во-первых, никогда не должно быть оскорбления меня. Во-вторых, последнее слово всегда за мной. Да и, в принципе, все. И уважение тех людей, которых уважаю я. Какая сейчас обстановка в Москве? Людей мало. Какой мужчина будет любить такие истерики? Не знаю, может, какой-то любит. Но это точно не я. Если она изменится, будешь с ней? Думаю, нет, я не хочу. Я просто не хочу снова пробовать. У меня пропали силы и желания. Так, оба. Фух.